Наш вуз совмещает достоинства государственного образования, которым гордится Россия. У нас диплом государственного образца. И частного образования, которое все еще до сих пор для России некая новость. Мы развиваемся по примеру западных консерваторий, таких как консерватория Рахманинова или Скрябина в Париже, где студенты занимаются под специальностью у тех педагогов, у которых они хотят. У нас работают педагоги Санкт-Петербургской консерватории, театральной академии, большого университета. Для частного вуза это старый вуз, потому что это первая частная консерватория, которая была организована в России профессором Алиной Михайловной Бершадской. Теперь это институт искусств, часть Института экономики, культуры и делового администрирования. Мы учим сейчас вокалистов всех направлений, какие только есть, и пианистов. Для меня самое главное преимущество вуза было возрастное, потому что в консерваторию я уже опоздала. И моя мечта петь профессионально оперу и романсы практически ушла бы в никуда, если бы не вот этот вуз. Здесь я поступила, несмотря на то, что у меня нет ЕГЭ. Приняли, и вы не представляете, у меня за этот год уже было столько концертов, сколько, наверное, ни разу не было, наверное, в сумме за всю свою жизнь. То есть Экида дала мне возможность и петь, и выступать, и профессионально расти. По-моему, это очень здорово. Студенты все как дети, мы за ними следим, мы их любим. Все студенты имеют индивидуальные планы. У каждого есть своя траектория развития. Мы стремимся помогать с трудоустройством. У нас есть очно-заочная форма обучения, единственная на Северо-Западе, где у нас студенты могут получать академическое заочное образование, которое у нас проходит как очно-заочное. Больше такого нигде нет, только здесь, только в Экиде. Современный федеральный государственный образовательный стандарт позволяет принимать студентов без среднего музыкального образования. У нас нет возрастных ограничений. Мы можем принять человека после школы, минуя училище. Мы можем принять людей, которые уже работают профессионально музыкантами, но которые нуждаются в дипломе. Мы ждем этих студентов, дать им замечательное петербургское образование.